Привет, зрители канала. Сегодня с вами поговорим о простом рыболовном узле, который вяжет, в принципе, абсолютно любую снасть. Я им вяжусь также в 95% случаев. Данный узел является простым, легким, быстрым и в то же время надежным. Вяжется таким вот образом. Буду вязать стальной поводок шнуром. Продеваем шнур в заводное кольцо один раз. Следом продеваем второй раз. Образовывается вот такая вот петелька. Для чего она нужна? Для того, чтобы снизить нагрузку на самом шнуре и на самом заводном колечке, чтобы узел не смог разорваться. Хотя такого не происходило, всегда удерживал. Далее придерживаем пальцами край. Сейчас объясню для чего. И начинаем оплетать. 5-6 раз будет вполне достаточно. Вот, далее то, что мы придерживали, здесь образовалась петелька. Далее мы продеваем наш свободный конец в эту петлю. Один раз. И вот она, еще одна петля, второй раз. И возвращаем его еще раз назад. Выглядит это вот таким вот образом. И берем, стягиваем. Вот такой вот крепкий, надежный узел получился. Называется улучшенный клинч. Спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, вы ими там также пользуетесь. Рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте.